здравствуйте. Расскажите новости о Сергее Ивановиче Фургале. Здравствуйте. В общем, новости сегодня о Сергее Ивановиче, прямо скажем, совсем нехорошие, нерадостные, потому что, значит, Следственный комитет России совсем недавно передал дело, ну, то есть закончил следствие по этому делу, за которое Сергей Иванович 9 июля прошлого года уже находится в СИЗО Лефортово. Вот, передали они в пятницу, по-моему, Генеральную прокуратуру России. Генеральная прокуратура, внимательно изучив 76 томов дела и 68 часов видеозаписи, в течение 3 дней или 3 суток, значит, уже вынесла свой вердикт, то есть утвердила обвинение и передала это дело в Верховный суд России, ну, то есть для дальнейшего, значит, разбирательства уже в суде. То есть точку жирную поставили. А еще, значит, Верховный суд России будет сейчас срочно решать, значит, как это называется, по-моему, вопрос о территориальной подсудности. То есть, как бы, дело Сергея Ивановича, по идее, должно проводиться, суд проводиться в Хабаровске, или в Хабаровском крае, или в Амурской области. То есть, там, где как бы ему вот инкриминируют все эти преступления. Но, значит, скорее всего, этого не будет. Скорее всего, этого не будет и в Москве. И, значит, вот Верховный суд будет решать, где же это проводить суд над Сергеем Ивановичем. Поэтому, конечно, вот возникает очень много вопросов. Почему? Вот даже вот этот плакат, который вот у меня написан, это уже вот по сегодняшним как раз событиям. Вот. Что если вы хотите, вы видите, что Хабаровский край, не только Хабаровский край, многие люди в стране, они не верят ни одному этому слову, потому что они знают человека, многие люди, выходящие сюда, знают его дела, знают его многие даже с самого там с детства, кто из Амурской области, и прекрасно знают, что это все сфабрикованные дела. И поэтому, если суд хочет доказать действительно людям, что человек действительно виноват, ну так проводите открытый суд на месте, где эти якобы преступления были совершены.